Занимаюсь я восточными танцами всего 2 года. Это студия в Хельсинки, ведет ее Эльвира Кампен. Очень талантливый педагог. Вот, и все очень нравится. Конечно, я обожаю восточную музыку, восточные танцы. Участвуем во всевозможных конкурсах, выставках. Опять же, мы еще увлекаемся в нашей группе. Мы шьем восточные костюмы. То есть у нас такая многопрофильная. То есть это не только танцы. Так что очень интересно. У нас профессиональные портные в группе есть, которые и танцуют, и шьют. И все вместе мы этим занимаемся. Нам все очень нравится. Ой, приносит только радость. Счастье, радость, энергию, одни положительные эмоции. Спасибо.